Можно? Всем привет из студии звукозаписи Алибека Саликова. Меня зовут Гульден Канулькулова Саликова. Я живу в Бишкеке, приехала в родную Караганду по делам. И, конечно, заехала на студию к племяннику, чтобы записать свои любимые песни и выступить с ними. Одну из таких песен я и хочу исполнить сейчас. И называется она «Поговори со мною, мама». Мамы уже нет, но в сердце моем она жива по-прежнему. И это выступление я посвящаю всем мамам, ушедшим и ныне живущим. Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою взглянуть безоблачную даль. Детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Милее всех наград на свете мне песня тихая твоя. Можно? Всем привет из звука... Чё ты так напрягаешься, Гульден? Можно? Всем привет из студии звукозаписи Алибека Саликова. Меня зовут Гульден Канулькулова Саликова. Как меня зовут, забыла. Можно? Всем привет из звукозаписи... Ой, блин, вот эта студия нафиг ещё... Только ты не вздумай выкладывать вот это всё. Прорабатываем. И, конечно... Ой, и, конечно... Тише, тише, все нормально. И, конечно, заглянула. Заглянула к вам на огонек. И записывается. Я не записываю. Тебе видней, заехала ты, не заскочила. Чтобы записать свои любимые песни и выступить с ними. На что у тебя лицо испуганное такое, объясни. И, конечно, заглянула. Чего ты? Чего там слилась? К своему племяннику. На студию, да?
Ну, что ты такая напряженная, объясни мне. Я живу в Бишкеке. Приехала в родную Караганду по делам. В родную, в... И, конечно, заехала на студию. Не могу уже. Еще. Можно? Как можно будет? Как можно? Заехала, что ли? Заехала, наверное. С дикцией что? Зубов. Я живу в Бишкеке. У меня слезы уже, все уже.